Всем привет! Это Тобольское время, и мы сидим дома вместе с вами. Спортзалы и фитнес-клубы закрыты, а кое-кто планировал в этот весенний период готовить свое тело к лету. Но мы знаем, у кого спросить совет. Если вы тоже не хотите откладывать свои планы из-за карантина, специально для вас прямо сейчас с нами на связи самый сильный человек Тюменской области Александр Зинис по прозвищу Лев. Александр, здравствуйте! С вами Тобольское время и наши зрители. Друзья, всем привет! Карантин – это не повод пропускать тренировки. И сегодня я расскажу вам о простом комплексе, который может выполнять абсолютно любой человек с любым уровнем физической подготовки. Поехали! Итак, начинаем мы с бёрпи. Классический вариант исполнения бёрпи. Хлопок сверху, падаем на пол, отжимаемся, отпрыгиваем и делаем хлопок сверху. Это упражнение мы выполняем 15 повторений. Далее мы переходим на классический вариант приседаний. Немножко на ширине плеч, носочки развернули, руки прямо перед собой, таз отводим назад, спинка прямая. Делаем 15 повторений приседаний. Далее. Мы переходим на скручивание лежа. Выполняем самый простой вариант скручивания, где у нас абсолютно не работает поясница. То есть безопасное положение для поясницы. Делаем короткие скручивания, руки на височке. Выполняем также 15 повторений. Заключительное упражнение нашего комплекса будет планка. Стоять мы будем на локтях 1 минуту. Спина прямая. Дышим ровно, смотрим прямо перед собой. Эти упражнения можно выполнять как без отдыха, так и отдыхая до 1,5 минут между каждым упражнением. Друзья, этот простейший комплекс вы можете выполнять ежедневно, в домашних условиях, находясь абсолютно в любом месте. С любым физическим уровнем подготовки. Будьте здоровы, не болейте. Всего вам самого доброго.